чтение, я имею, наверное, да, что да. Вы в своем черте не упомянули УКВР. Это отдельная благодарность Светлане Кирилловне. Сергею Александровичу. Дяде Саше. А как был дядя Саша на моем первом курсе, так до сих пор его студенты и ждут. Поэтому вот управление Светланы Кирилловны всегда чутко относится ко всем просьбам студентов. Она всегда старается, чтобы все было на высшем уровне. Будь то сегодняшний вечер, будь то экскурсия, концерт. Я думаю, что все мы это видим. И даже вот Александра Лаптева, Алексей были студентами, а до сих пор стали преподавателями и артистами. Аплодисменты! Ну, а теперь я попрошу вас, если это не возражаете, вручить благодарность.